Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале Ванила Мария. Для тех, кто в первый раз, мой никнейм пишется с тремя буквами L и без пробела. Сегодня мы поговорим о фаворитах осени. В этом году я решила пораньше немного снять видео о фаворитах. По прежней моей схеме у меня будет 5 фаворитов по 5 категориям. Лучшие продукты для волос, для тела, для лица, а также лучшие декоративные продукты, лучший парфюм сезона. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Также хотелось бы сразу сказать, что в конце видео будет конкурс. Я не так часто провожу конкурсы на своем канале, но так как скоро у нас Новый год, а также на моем канале уже больше 5000 подписчиков, я решила провести несколько конкурсов для вас. И как раз таки в этом видео я объявлю о первом из них. Поэтому советую смотреть до конца, так как в конце я расскажу подробнее обо всех условиях конкурса. А сейчас приступаем к моим фаворитам осени. Желаю вам приятного просмотра. Начать бы мне хотелось бы с продукта для лица. Это мой фаворит из ухода для лица. Это сыворотка, увлажняющий крем-сыворотка для сухой чувствительной кожи от марки Виолатте. Это относительно новый бренд российский. Данный продукт подходит для дневного и вечернего ухода, для сухой чувствительной кожи. Здесь 50 мл, стандартный объем. Этот продукт у меня пришел еще летом, и как-то тогда у меня не пошло вообще, потому что и, как мне показалось, продукт слишком тяжелый для лета. Также мне показалось то, что и поры у меня от него забились, и как-то вообще провалялось все это до осени. Но с наступлением первых холодов сразу же я решила дать второй шанс данному продукту и не ошиблась, потому что потрясающая вещь, потому что он прекрасно убирает все шелушения, прекрасно убирает дискомфорт с кожи, сухость кожи. Очень хорошая напитывающая штучка, которая действительно очень хорошо спасает в такие холода, в осенний переходный период. Это прям обалденный продукт, который реально очень хорошо работает. Очень мне нравится эта крем-сыворотка, во-первых, потому что это действительно продукт очень хорошо работающий, очень глубоко работающий, дающий пролонгированный эффект. То есть это не тот продукт, который будет работать исключительно только когда он у вас на коже. Он действительно работает очень хорошо, увлажняет кожу. И если вы вдруг не воспользуетесь этим кремом, эффект, который вы получили до этого за счет использования там, в течение недели данной сыворотки, он продлится. Очень универсальный, очень классный продукт, который спасает и в соцситуациях, когда лицо полностью у вас обветрено, и также как ежедневный уход очень классно работает. Следующий фаворит ухода – это средство для тела, это скраб, персидский сахарный скраб из персидской серии от бренда Frati Shop. Обалденный скраб, относительно недавно мне пришла посылка с ним. Здесь 300 грамм. Это очень хороший, очень очищающий, полирующий скраб. Как вы заметите, за буквально полтора или два месяца у меня он практически весь ушел. Хотя он достаточно экономичный, но я просто вот настолько мне он понравился, что я его по несколько раз в неделю использовала. Очень классный, потому что он потрясающе пахнет, он очень хорошо отшелушивает, очищает, полирует кожу. Он достаточно жесткий, но при этом именно не травмирующий кожу, а именно хорошо очищающий ее. Он очень такой насыщенный, сухой скраб, не так, как будто бы в каком-то там желе, в каком-то варенье плавают три скрабирующих частички. Нет, это не та история, это именно такой плотный скраб, когда вы понимаете, за что вы платите деньги, и что у вас именно скраб, а не какое-то желе в баночке. Классный продукт, очень хорошо работает на коже, потрясающе пахнет. Обалденная вообще серия, вскоре вам расскажу свои финальные впечатления. Если вы хотите, в принципе, узнать об этой серии побольше, что мне пришло, то распаковку по ссылке я вам обязательно прикреплю выше по ссылочке. А так, скраб просто обалденный, всем советую. Далее поговорим об уходе для волос, и на этот раз мой фаворит была расческа моя от Brown Satin Hair. Это расческа с ионизацией, я уже показывала целый обзор. Я проанализировала весь свой уход для волос за эту осень, но действительно мне нечего больше отметить для вас из классных продуктов, кроме как действительно свою расческу для волос с ионизацией, которая является палочкой-выручалочкой для меня в холодный период, потому что с наступлением первых же холодов у меня волосы начинают электролизоваться очень сильно, потому что они
достаточно тонкий, начинается вот это вот шапки, холодный воздух, из-за этого всего волосы, конечно же, очень сильно электролизуются. Единственное, что меня спасает, это действительно вот моя расческа с ионизацией, она мгновенно убирает пушистость моих волос, она мгновенно убирает вот этот вот эффект на электролизованности волос. И вообще очень-очень классная штука, поэтому всем советую попробовать эту расческу. Мне она безумно-безумно нравится, она действительно волосам дает очень ухоженный вид. Вот этот вот эффект волосок к волоску, мне он безумно нравится, поэтому всем советую. Теперь поговорим о парфюмах. Я решила декоративный продукт в связи с конкурсом переставить в самый конец. Любимый парфюм за осень 2016 года у меня был Black Opium от Yves Saint Laurent. В этом году он потеснил даже мой любимчик Шальмар от Guerlain. Но я думаю, что зимой эта ситуация исправится. Но этой осенью мне действительно был намного ближе именно этот аромат за счет своей такой теплоты, сладости. Он очень гурманский аромат с ноткой шоколада, с ноткой кофе. Очень сладкий, очень тягучий. Безумно он мне нравится именно тем, что он согревает в такую осень очень холодную. У нас она действительно вышла очень холодная в этом году. Поэтому этот аромат был для меня каким-то таким спасением среди питерской промозглой осени. Очень классный именно аромат на холодный период. Не дай вам бог его взять на лето. Я думаю, что ни у кого такая светлая мысль в голову не придет. Но именно как осенний, как зимний аромат, обязательно присмотритесь, кто еще не пробовал. Обязательно оставлю ссылку на этот аромат, чтобы вы могли посмотреть пирамидку. Но он действительно вот для сладкоежек, для любителей именно аромата ванили, аромата сладости, аромата всего вот такого съедобного. Для любителей всех этих ноток, это вот прям вот, если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Это именно то, что, возможно, вы и искали. Классный аромат на осень, поэтому Black Opium от Yves Saint Laurent, это был мой просто любимый аромат. Я не слезала с него всю осень. Обалденный, очень мне нравится, очень согревает действительно в прохладный период, поэтому осень моя, вот она. И любимцы мои из декоративной косметики этой осени – это помадки Vivid Matte Liquid от Maybelline. Как бы их ни ругали, я их очень сильно люблю, обожаю, они реально потрясающие для таких помад, которые дают матовый эффект. Они не сушат губы, они очень муссовые, очень легко ложатся. Их запах меня не смущает, многие говорят, как будто мыло наелся. Нет, в общем-то, у меня никаких проблем нет. У меня 3 оттенка этих помад. Сейчас у меня на губах 0,5 Nude Flush. Также у меня есть 45 Possessed Plum. Обалденный также оттенок. Очень модный, актуальный на осень. И также есть такая вот яркая фуксия. Это 40-й Berry Boost. Вечерний такой оттенок, слегка приглушенный фуксии. Так или иначе, это мои любимые помады этой осени, мой любимый декоративный продукт в этом видео. Vivid Matte Liquid. Очень мне нравится их финиш, в том плане, что он не до конца матовый, но все-таки точно не глянцевый. Его нельзя назвать глянцевым, достаточно такой он вельветовый. При этом губы абсолютно комфортно себя чувствуют, с них не сходит там шелушонками кожа. Они абсолютно подходящие на день, они комфортные, они легко наносятся, абсолютно беспроблемные помады, и мне они безумно нравятся. И именно поэтому на конкурс я как раз таки и выбрала данный продукт Vivid Matte Liquid. Итак, что же вы можете выиграть в моем конкурсе? Я для вас собрала набор. Это будут 2 помады Vivid Matte Liquid в оттенке 0,5 и в оттенке 45. То есть это именно нюдовый оттенок, розовый. И также вот такой вот сливовый, насыщенный, темный оттенок. Я решила, что это более-менее универсально будет на осень, на зиму. И я думаю, что у вас будет достаточно возможности попробовать эти помады, посмотреть, что из себя они представляют.
И также к этому набору помад Vivid Matte Liquid Maybelline я решила добавить еще один продукт от Maybelline. Это Master Strobing Stick. Это новинка на российском рынке. И это стик для стробинга, для хайлайтинга, для того, чтобы подсвечивать те или иные зоны на вашем лице. Очень многие зарубежные блогеры уже снимали обзоры на этот продукт, уже показывали, очень хвалили его, поэтому я решила себе приобрести эту новинку и также в набор на конкурс добавить именно этот Master Strobing Stick. Итак, что же нужно, чтобы выиграть в конкурсе на моем канале и получить данный набор призов? Прежде всего, вы должны быть подписчиком моего канала, так как призы я разыгрываю среди своих подписчиков. Следующий пункт. Вы должны сделать до 1 декабря репост в любую свою социальную сеть, будь то Facebook или ВКонтакте, этого видео. То есть просто нажимаете под видео «Поделиться» и отправляете в любую свою социальную сеть. И под видео также до 1 декабря вы оставляете ответ на вопрос, какой самый любимый продукт осени у вас. И также вы оставляете ссылку на ту социальную сеть, куда вы делали репост. А 1 числа в 00:00 часов закрывается конкурс, вы не можете уже ничего добавлять. И я начинаю выбирать победителя, выбирать я его буду рандомно. Абсолютно с помощью рандомайзера от Liz On Air. В общем-то, все условия очень просты. Желаю вам удачи. Надеюсь, та из вас, кому больше всего нужен этот приз, выиграет его. А для тех, кто не выиграет в этом конкурсе, сразу хочу сказать, чтобы вы не расстраивались. Будут еще конкурсы на моем канале в ближайшее время. Поэтому участвуйте здесь. Если что, не расстраивайтесь. Будут еще конкурсы, будет возможность выиграть призы. И на данной радостной ноте хотелось бы с вами попрощаться. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей, а также чтобы участвовать в конкурсе. И все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока-пока!